Здравствуйте, уважаемые зрители, гости и подписчики моего канала. Как вы видите, начал я сборку броневика Т-17Е2. Вот, подготовил детали и начинаю сборку. Все, конечно же, я показывать не буду, но самые такие моменты, надеюсь, вам покажу. Подготовил, зачистил детали и начинаю их собирать. Согласно инструкции все делаю. Пока что от себя ничего не придумываю. Сейчас надо собрать как бы вот эти механизмы, петли для коушей, установить тросы. Коуши для тросов. Вот. И буду собирать борта. Вот так сделано с половинок. Так вроде бы на взгляд прикинул. Должно соединяться неплохо. Посмотрим, как будет на самом деле. Так это все соединяется. Сначала один борт приклеим, дадим просохнуть и будем клеить другой. Дал просохнуть детали, теперь начинаем наносить клей на другую половину. Так вроде бы стыкуется все хорошо. Пока что первый борт хорошо лег. Я и говорил в первой части, данную фирму я собираю впервые. Ни разу еще до этого не сталкивался с ней. Но по отзывам ребята сказали, что достойная, хорошая фирма, причем не дешевая. Мне эта модель досталась в подарок, поэтому я ее с удовольствием, из уважения к человеку, который мне ее подарил, соберу. Только как быстро я ее буду собирать, я еще не знаю, друзья. Буду смотреть по времени. Вот. Сейчас уже тепло наступает. Уже есть много другой дополнительной работы. И рыбалка начинается. И так хочется отдохнуть на природе, поэтому сейчас буду модели собирать, когда будет плохая погода или побольше свободного времени. Дадим подсохнуть сейчас правому борту. Просохли борта. Во время склейки за кадром пришлось вставить эту деталь, потому что понял, что если высохнет, я ее уже не вставлю. Ну, теперь будем приклеивать эту деталь. Много клея взял.
все ставится на свои места. Специальные пазики. Вот. Вот, как видите, хоп, стало. И теперь пусть приклеивается, клей высыхает. Продолжаем сборку дальше. Готовил мелкие детали, начал их потихоньку вклеивать. Конечно, членение тут деталей не как у Томии. Мелких деталей очень много, поэтому приходится срезать, обрабатывать и потом уже вклеивать. И обрабатываются детали хорошо, потому что ни следов пресс-форм, не утяжен, ни облоя практически на деталях нету. Поэтому потихоньку вклеивая, получается довольно-таки неплохо. Потихоньку сборку продолжаю. Собрал рессоры, собрал мосты. Теперь буду их вклеивать на модель. В принципе, сборка идет хорошо. Только что отнимает время зачистка деталей. Особенно, когда они маленькие. Надо побольше зачистить, подразнивать. А тут как бы в этой модели деталей немало. Ну и немного, в принципе, но если сравнивать, когда я собирал бронеавтомобили века, там, кто смотрел данные видео, видели, там практически ходовая собиралась с нескольких деталей. Ну а тут немножко деталей больше. Вот. Надо вклеивать вот потом эту деталь. Так тоже не получится. Ну вот, друзья, собрал мосты,
поставил верхнюю часть корпуса. Вот. На этом буду заканчивать. Смотрите продолжение, смотрите следующие части. Буду потихоньку собирать. Что смогу, буду снимать, выкладывать. Спасибо, друзья, за просмотр. Смотрите следующие части. Кому интересен данный броневик, комментируйте видео. Может, там что-то советуете, подсказываете. Спасибо, друзья, за просмотр. Всех благ вам и вашим близким.